говоря, вам нужно было бы модифицировать камеру. Таким вот, Саша, на камере выскакивают такие штучки, которые, надписи, которые стандартные там. Угу. День рождения. Есть. Вам нужно было бы модифицировать, набрать там Баскин. Вот тогда можно было бы делать гениальные, беспрерывные... Так я так делаю. Да? Ну, не всегда, конечно, когда нужно. Но там есть Баскин? Есть. Сейчас набран, сейчас могу сделать. Вот сейчас мы сделаем Баскина. Что он не работает? А, понял. Пошло? Вот вы теперь пошли, Игорь Баскин. Я уже присвоен, да? Да, все. Арина, останься там. О! Кота присвоить тоже надо. Антох! Вот Баскин. Один кот уже был. Юра, ты подумай, ты откуда знаешь? Я упала, потому что они в машину. Ты соображаешь? Как нет? Нет. Что, иногда сопротивляешь? Одно слово мужик. Хочет царина. Что, ну, где уж ты, ну, там и пустота, ведь там же как будто бы и ничего же нет, да? Ну, в смысле, а свет просто один. Да, у имени, ой, у пустоты есть только имя. Ну, пустота, то есть, ну, в смысле, слово. И здесь тоже есть только имя, Игорь Баскин, все. И она еще как будто светла и одновременно как будто бы, ну, в смысле, и темна совершенно, да, что тут, да. Что-то такое. Знаешь, а когда, знаешь, и даже, ну, в смысле, вот, уже что мы живем, еще видели. Ну, хотя это ладно, то есть это даже вообще-то и не влияет. А то, что и не живописи нет, и не паспорт, и, то есть вот, одна вывеска, и волосы там. Да, вот, да, это именно такая, это уже абстракция такая вот. Видишь, а абстрактная личность, это может быть очень сильно, вот, ну, здесь как-то это все так вот вести, вот, в том духе. И там, это же магазин, да, и какая-то, ну, вся одна буква, что ли, отлетела. И перформанс. Черт, вот, жалко, что у меня нету белого. Вот, а только, в смысле, эту буковку, вот, ее так вот, именно так белым так сделать. И что получится? А, понимаешь, уже пойдет уже на, вот опять же, что это такое? Исчезновение такое. А, надо постепенно с конца в последний. Потом еще. Баскин. Да, Игорь Баскин. Баскин. Вот сейчас мы сделаем так. Потом Игорь Баск. Потом Игорь Бас. Так, его, кстати, ты повторила точно ту идею, да, которую я собирался сделать. Потом Игорь Б. Игорь Б. Потом Игорь. Я остаюсь просто и... Точно. А потом вообще ничего не останется. А потом только один такой штампик вот так вот останется, вот как будто вот он вот... Да, вот это что-то вот В такая вот будет.
Это все китайщина. Да, да, вот это вот. Ну, в смысле, такая ручка такая. Ну, которая идет, и уже к концу идет, и уже скоро она как будто затухает. И хайдегеровщина. Хайдегеровщина. Надо почитать будет хайдегеровщина. Игор Баски. Игор Баски. Да. А там Иго тебе будет. Нравится мне? Иго Бак. Иго. Хорошо, залепили, да? Они же как будто остаются вот так сверху. И вот это недослоение, вот именно верхних слоев. И там и остается вот. Это что такое основание? Причем получается, что в одном имени тысячи разных имен. Да. Именно, в смысле, еще разных именно же возможностей. То есть вот это одна возможность, да? А там уже все, уже пошли, уже, в общем-то, считай, что еще плюс еще 11. А если еще вот их еще иметь, это ну, уже 100 уже, например. Получается, понимаешь, ничего делать не надо вообще, в смысле, искусства. Нужно делать только со своим собой. Вот как ты. Да, и с именем, и вообще вот сидишь и все. Не делать, слегка да. Это все затушевывать. То есть вот, ага. Отнимать. Ну, вот исчезновение. Да, отнимать и так очень, очень много всего. Вот. Отнять лицо, так сделать. Отнять там то. Отнять вот эти ну, смысле. Можно уничтожать. Да. Слегка его что ли очистить, так сказать. Вот. Такое расчищение. Да, потому что мы же расползаемся, когда делаем это. Да. Нас все больше и больше. Больше. Нам... И все, как ты можешь, в общем, толстеешь и загромождаешь все. Вот. И там уже и может ты и захлопываешься, кстати. А для именно ясности это нужна, в смысле, какая-то такая же лаконичность. Она должна быть именно вот в этом. Вот, то есть именно усилие на вот, ну, там, и молчание действительно, да, какое-то. Да, вот, и отказ, и как-то. И именно белый. Вот самая главная же краска для художника, это, конечно, белый. То есть, пусть слегка вот ею, в смысле, работать. Вот. И тогда уже как-то объединять этот именно свет, который. И, ну, и так уже разбился. Вот, это значит, в смысле, призма, это, ну там, и на 7. Ну, главных там и там сотни. Есть там еще оттенков. Ну вот это, конечно, уже такая восточная практика. И через которую как-то нужно это пройти на собственном примере. Мне кажется, это так трудно, это так искусство. Да. Ну, Жубаскин же и недаром его как-то вот все там... Ну, собственно, как-то его... Не взлюбили. За него там эти... Кто это меня не взлюбил? Ну, Таня там очень сильно там... В смысле, даже вообще и сцена была тогда. Ну, это хорошая была сцена. Чувствую, я еще на второй раз появлюсь. Да, вот. Она пойдет еще, на преступление. Еще более таком очищенном. А кстати, а ты бы там и пенился бы еще голым, понимаешь, что внешне бы снял. Ну как будто что. Тяни. Yeah.
Спасибо.